Сотрудники миграционной службы подвели итоги работы за прошедший год. За отчетный период региональным ведомством оформлено более 50 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации. По статистике, терять этот документ ивановцы стали значительно реже, чем раньше. Зато участились кражи паспортов. Возможно, эта тенденция связана с тем, что за украденный паспорт платить штраф не нужно. А вот за потерянный документ отдать энную сумму все-таки придется. Что касается загранпаспортов, получить их все еще непросто. В 2013 году процедуру постараются еще немного упростить. Очереди есть, но во многом, конечно, есть и вина наших граждан, которые вспоминают о том, что им нужно оформить паспорт, значит, перед самым выездом. Максимально стараемся помочь людям организовать, значит, оформление, но во многом это зависит не только от нас, потому что мы окончательно проводим оформление, но в этом процессе задействовано еще множество других служб. За прошедший год в Ивановскую область прибыло более 30 тысяч иностранных граждан. Многие приезжают с целью найти работу. Больше всего иностранцев трудится на обрабатывающем производстве и в сфере строительства. Что касаемо преступности среди мигрантов, то наименее законопослушными по статистике являются узбеки, украинцы и лица без гражданства. Иностранные граждане там совершают в районе 10%, а все остальное, значит, это российские граждане. То есть говорить, что они, значит, значительно влияют на криминальную ситуацию, складывающуюся у нас в регионе, нельзя. Мы просто говорим, что из тех категорий, сколько они, значит, совершили. Ну, всего 131 преступление, я это как бы озвучил. Но это ведь, если сравнивать, то их несколько, десятки тысяч преступлений, а всего 131 совершено иностранными гражданами. 142 иностранца подали ходатайство о признании их беженцами. А вот политическое убежище в нашем регионе за прошлый год никому не потребовалось. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.